Анонс и точная дата выхода 19 серии турецкого сериала «Сердечная рана». 19 серия сериала выйдет в эфир 8 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Айше была шокирована тем, что находится в положении. Теперь она не сможет уйти от Ферида и расстаться с ним. Постепенно между ними начинают налаживаться отношения. Ханде перед всеми призналась, что никогда не любила Ферида. Ей почему-то казалось, что это так и есть. Только поцеловав Ямана, она поняла, что предала не Ферида, а того человека, которого не ценила. Яман в свою очередь сказал, что у них есть долг перед Санджаксаде. Но существует намного больше вещей, которые они должны у них забрать. Ханде, узнав про беременность Айше, не может сдерживать себя в руках. Она сделает все для того, чтобы войти в этот особняк его владелицей. И всем отомстит. Азаде попросила прощения у Айше, и когда она сама станет матерью, то сможет все понять. Ферид и Айше узнали о том, что Азаде знала правду, что Айше не виновата в смерти Бахи. Ферид сообщил всем, что у его матери есть видео, которое поможет доказать невиновность его жены. Только она по каким-то причинам его скрывает от всех. Яман стал интересоваться у Ханде, действительно ли она его любит. Ханде посмотрела на него, и он все понял по ее взгляду. Ханде радуется, что Азаде получила наказание, но это произошло намного раньше, чем она ожидала. Напомним, 19 серия сериала выйдет в эфир 8 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.